Очень хорошо, все. Чудесно. По-моему, это замечательно. Позитивная энергетика. Терпение, доброта — это здорово. Они воодушевляют город и всем поднимают настроение. Тут столько жизни, ярких красок, людей. Удивительно, великолепно. Сразу ощущаешь особый настрой. Хочется расслабиться, помедитировать, успокоиться. Особенно в этом городе нам это очень нужно. Я вижу много счастливых людей, которые, похоже, пытаются донести что-то важное. Но я мало знаю об этом. Я только знаю, что это некое мирное движение, и они много молятся и медитируют. И я знаю, что они добиваются того, чтобы им дали свободно заниматься тем, во что они верят. Это Манхэттен, Нью-Йорк. С 1999 года многие практикующие фалуньдафы из разных уголков мира ежегодно собираются здесь, чтобы отпраздновать Всемирный день фалуньдафа. Фалуньдафа или фалуньгун – это практика медитации, которая подарила многим людям умиротворение, гармонию и здоровье. По их улыбающимся лицам сложно догадаться, сколько многим из них пришлось пережить в Китае за верность своим убеждениям перед лицом репрессий. Они провели годы за решеткой, их пытали, они лишились всего. В этой серии «Героев будущих легенд» мы расскажем о мероприятии практикующих фалуньдафа в Нью-Йорке и услышим их личные истории. На площади Фоли в Нью-Йорке мы встретились с госпожой Ванда Фан, бывшей журналисткой государственного СМИ в Китае. Она познакомилась с фалуньгун в апреле 1999 года, за 3 месяца до начала гонений. В то время до нее уже дошли слухи, что скоро могут начаться репрессии. Тогда мне казалось, что преследование фалуньгун невозможно, поскольку о его положительном влиянии на здоровье в Китае знали все. Его хвалили и власти, и СМИ. Я позвонила коллеге в Пекин и спросила, правдивы ли эти слухи. Он сказал, что да. А еще сказал, что некоторых его коллег попросили провести расследование и собрать негативную информацию о фалуньгун. Я подумала, ох, похоже, скоро начнется новое политическое движение. Вы тогда не занимались фалуньгун? Нет. Я знала, что это очень хорошая практика, потому что мои родители занимались ею. Многие родственники Дафан практиковали фалуньгун, однако она сама не занималась, поскольку была очень занята на работе. Слухи о репрессиях фалуньгун распространялись все шире, и она начала беспокоиться за безопасность родных. Однажды утром она пошла на выполнение упражнений со своей семьей и стала свидетельницей неожиданного происшествия. На площади было тихо. Я увидела 2 или 3 бака с водой на краю площади, похожие на те, что используют для полива зеленых насаждений. Все медитировали. Я стояла позади и смотрела. Внезапно я услышала, что заработали моторы этих баков. Какие-то люди стояли прямо на них и держали толстые шланги. Они закричали, что будут поливать площадь. Потом они начали лить воду прямо на медитирующих практикующих. Они лили воду на людей вместо того, чтобы лить ее на землю? Именно так. Я очень удивилась, потому что они специально направляли поток воды на тех практикующих. Я была потрясена, как такое может быть.
Такие коллективные занятия были привычным явлением по всему Китаю. До начала репрессий почти каждый китаец знал кого-то, кто практиковал фалуньгун. Каждое утро перед работой практикующие шли в парке, чтобы выполнять 5 комплексов плавных упражнений. Они также старались повышать свою нравственность, следуя принципам истина, доброта и терпение в повседневной жизни. По данным китайских властей, более 70 миллионов человек занимались фалуньгун. Их число было больше, чем членов Компартии Китая, КПК. Такая популярность и традиционные китайские ценности этой практики вызвали панику у режима, который основан на марксизме и атеизме. В 1996 году запретили основную книгу фалуньгун «Джуань Фалунь». В 1997-98 годах Ло Гань, в то время секретарь политико-юридической комиссии ЦК КПК, приказал службам безопасности провести расследование в отношении фалуньгун, но не нашел ничего, что можно было бы использовать как предлог для начала подавления. С начала 1999 года на многих пунктах практики фалуньгун по всей стране происходили нападки со стороны агентов общественной безопасности. Дафан была свидетелем типичного сценария, предваряющего большие политические движения. Мне было не по себе, из чувства справедливости хотелось им помочь. Мне казалось, я должна быть среди них. Я подбежала и села рядом в первом ряду. Вода шла под большим давлением, я не могла открыть глаз, было трудно дышать. Я очень разозлилась. Пока лилась вода, я услышала, как женщины возле меня плакали и говорили: «Почему они так с нами обращаются?» Но все вели себя спокойно и продолжали сидеть. Постепенно, несмотря на то, что вода продолжала литься, и я очень замерзла, мое сердце стало открываться и просыпаться. Я подумала, почему власти делают это по отношению к этим добрым людям. Я должна поддержать этих людей. Я хочу быть вместе с ними. Именно так Дафан начала практиковать фалуньгун. Спустя 3 месяца по всей стране начались репрессии. Семья Дафан много раз отправлялась выступать в защиту фалуньгун. Их много раз арестовывали. Ее младшую сестру Кэфэй замучили до смерти в трудовом лагере. Ее старшего брата приговорили к 13 годам тюрьмы, где его постоянно пытали. Моя сестра работала старшим операционистом в банке. Она была очень доброй и красивой. Ее замучили до смерти в трудовом лагере. Мой брат был уважаемым инженером. Его изобретения и патенты были широко признаны. Вы злились или расстроились, или испугались? Что вы чувствовали? Чувства были смешанными. Поскольку я следовала истине, доброте и терпению и самосовершенствовалась, ощущения злобы не было. Я просто была потрясена. Как мог китайский коммунистический режим так относиться к хорошим людям и преследовать их? Я не могла этого понять. История Дафан – лишь один пример страданий, которые переживают в Китае тысячи людей. За пределами Китая много людей начали заниматься фалуньгун, заинтересовавшись традиционной китайской культурой. Они используют разные способы, чтобы помочь остановить репрессии. Откуда вы?
Я из Израиля. Я из Тайбэя, Тайвань. Я из Бельгии. Я из Ирана, но живу в Дубае. Швеция. Швеция? Да. Мы приехали, чтобы присоединиться к мероприятиям, которые рассказывают миру о том, какая замечательная практика фалундафа. Я только что родила, у меня все тело болело. Я постоянно искала врачей китайской медицины, массажистов и специалистов по иглоукалыванию. Иногда мне становилось лучше, иногда нет. Однако на пятый день посещения семинаров Фалуньгун все мои боли просто исчезли. Мы следуем трем принципам – истина, доброта и терпение. Это сложно, особенно в сегодняшнем мире, где столько хаотичных вещей. Но эти принципы действительно наполняют жизнь, позволяют по-настоящему сиять. Это способ найти внутреннее умиротворение. Думаю, в наши дни многие ищут это. Мы собираемся пройти парадом по городу и, думаю, сможем достучаться до сердец многих людей нашей информации о репрессиях и о том, что такое фалунгун. Показать им, что есть много людей по всему миру, которые занимаются фалундафа. Прошествовав по 42-й улице, парад практикующих фалуньгун пересек Манхэттен с востока на запад. После парада наша съемочная команда приехала на Таймс-сквер. Там мы познакомились с Василиосом Цупанидисом, предпринимателем, который родился в Греции, а потом эмигрировал в Швецию. С 1998 года его жизнь и карьера тесно связаны с фалуньгун. Когда я был ребенком, даже еще не подростком, я очень интересовался боевыми искусствами. В то время я думал, что каждый китаец знает кунг-фу. Я просто пошел в китайский ресторан. Это был местный ресторан в городке, где я жил, в Швеции, в очень маленьком городке. Я пошел туда с мыслью, что спрошу у кого-нибудь. Там должны быть китайцы, и я могу попросить их научить меня боевым искусствам. Когда я туда пришел, да, вот так взял и пришел, то увидел китайского шеф-повара. Он стоял возле ресторана и курил. Я подошел к нему и сказал: «Привет, можете научить меня кунг-фу?» Он сказал: «Конечно». Он действительно сказал «да»? Он выкинул сигарету и сказал: «Просто делай так, бей вот так». Он показал мне удар. Какой удар? Можете повторить? Просто удар прямо, вперед. Я подумал: «Хорошо, я его повторю». Я пошел домой и начал тренироваться. В 90-х годах фалуньгун начал распространяться в Швеции и привлек много любителей восточной культуры. В 1998 году Василиос нашел книги фалуньгун в интернете и начал практиковать. Прозанимавшись, наверное, меньше месяца, я заметил, что у меня исчезла аллергия. Также у меня болела спина. Были и другие недомогания из-за стресса, проблемы с желудком и другие подобные вещи. И все исчезло. Тогда, конечно, я подумал: ого, это прекрасная вещь. Вот так я продолжил заниматься, стал спокойнее и перестал испытывать стресс. На самом деле, даже моя жена заметила изменения во мне, а это означает, что мне это очень помогло. То есть практиковать в мирной среде вы смогли год до 1999-го. Расскажите, что вы чувствовали в 1999 году? В то время я проходил военную службу в Греции. Там я вышел в интернет и увидел, что Цзян Цзимин запретил фалуньгун в Китае. Я подумал, что это безумие. Я знаю, что фалуньгун очень хороший, ведь я сам занимаюсь им.
Сразу после этого я начал рассказывать сослуживцам о Фалуньгун и о том, что его запретили в Китае и прочее. И потом мы с женой стали обсуждать, как можно рассказать о том, что происходит в Китае, большему числу людей. Закончив службу в Греции, Василиос вернулся в Швецию, чтобы работать в телекоммуникационной компании. В свободное время он отправлял в Китай имейлы, пытаясь разоблачить ложь, которую китайские власти распространяли с целью возбудить ненависть к Фалуньгун. Однако китайская интернет-цензура очень осложняла отправку этих сообщений. Однажды у него внезапно родилась идея. Если бы у него была собственная телекоммуникационная компания, он смог бы использовать много телефонных линий, чтобы прорывать информационную блокаду. С этой мыслью Василиос основал собственную компанию. В нерабочее время 15 телефонных линий компании отправляли факсовые сообщения в Китай, разоблачая репрессии Фалуньгун. Потому что мы думали, что главное, что нам нужно, это свободный поток информации. Мы хотели остановить преступления, которые происходили в Китае. И мы подумали, что лучший способ это сделать — проинформировать самих китайцев о том, что на самом деле происходит. Я помню, что во время отпусков мы отправляли факсы круглосуточно. Когда мой оператор связался со мной в августе, он сказал: «Здравствуйте, мы считаем, что ваши модемы взломали». Я спросил: «Почему вы так думаете?» Он сказал: «Поскольку в июле вы совершили 152 тысячи звонков в Китай». Это были факсы, которые мы отправляли. В 2011 году Василиоса наградили титулом «Бизнес-первопроходец года». Каждый год король Швеции вручает эту премию только одному предпринимателю с иностранными корнями. Интересная подробность. Они сказали, что одной из причин вручения мне премии была моя работа по защите прав человека. Очень приятно было ее получить. То есть она за обе вещи? За ваш выдающийся бизнес? Да, и за мою работу в сфере прав человека. И это тот же король, который награждает Нобелевскими премиями, да? Да, конечно. Это замечательно. Да, это король Швеции. Знаете, есть такая поговорка: «За добро воздастся добром, а за зло последует наказание». Мне кажется, я получил эту премию, потому что сделал что-то хорошее. Думаю, такая поговорка есть во всех культурах. И в Швеции тоже. Приветствую всех. Меня зовут Анна Кокконен. Я приехала из Финляндии. Я начала практиковать по фалундафа в 2006 году, то есть занимаюсь уже почти 9 лет. Думаю, это лучшее, что со мной когда-либо случалось. Я стала очень здоровой, и сознание, и тело. Я черпаю в фалундафа очень много вдохновения как певица и автор песен. Эту песню я посвятила жертвам репрессий в Китае. Сейчас я коротко расскажу вам, о чем она. Зажгите еще одну свечу. Пусть пламя передается от сердца к сердцу. Этот огонь будет гореть даже за решеткой и высушит потоки слез. Sisään häkin kaltevan, muista pimeässä kuka on, ei suostu siitä luopumaan. Kyynel valuen vielä sanoo totuuden, hinta ajatuksen on verenpunainen,
Большое спасибо. Надеюсь, это преследование скоро закончится. See you.